У Национальном историческом музее Беларуси открылся масштабный выставочный проект «Война и мир» Вадима Сидуры. У першиню творы этого советского мастака, скульптора, авангардиста экспонуются у Беларуси. На выставе амаль 50 экспонатов с фондов Московского музейно-выставочного объединения «Манеж», а так само с приватных коллекций. Среди их скульптура, графика, керамика, разба по линолеуме, а так само прозаичные верши удельника Великой Айчинной войны Вадима Сидуры. Формула скорби, памятник погибшим от бомб, памятник погибшим детям, памятник погибшим от неразделенной любви. Вот такие глобальные какие-то вещи, которые ты запоминаешь, увидев один раз, и забыть не можешь никогда. Он действительно стоит на одном уровне с Муром, с Джакометти, с Бранкузи, вот с такими вот лидерами авангарда. Тема войны, тема перемоги, тема асансования усіх тих каштовностей, якія заховують память об тих подіях, конечно ж, з'являється, ну, ось, на мой погляд, одной из таких центральных, и дякуючи гэтаму только узрастая масштаб этой особы. Выставочный проект был задуман как мобильная экспозиция. За апошние 3 года наведал Москву, Санкт-Петербург, Берлин, Люксембург и другие города. В Минску выставу можно увидеть до 28 липня.